Да где же эта фласка? Где ее носит, а? И уже минут 20 здесь стою, жду, она допаздывает! Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И, как всегда, в необычный. А все потому, что ко мне сегодня должна прийти фласка, и у меня для нее появился небольшой сюрпризик. Вот там вот на горе я кое-что приготовил около дерева. Мне кажется, ей очень сильно понравится. В прошлые разы у нас с ней как-то все очень плохо получалось. То там свидание обломается, то первый танец не сдастся. А сейчас, благо, я от нее сбежал, ну, по крайней мере, из рабства так точно, и завел свою деревню. Да, это моя деревня, а это мой дом. Думаю, сегодня я с ней смогу немножечко помириться, и мы будем с ней в нормальных отношениях. И я даже собрался сделать ей предложение. Но это только если на этом видосе наберется 15 тысяч лайков. Обязательно ставьте лайк, если хотите, чтобы я сделал ей предложение. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И не забудьте жмякнуть на колокольчик. Ну что, давайте ждать эту фласку. Ну где эта фласка? Это ходит, там уже 40 минут стою, жду. Где она? Эй, дождик, я тебя зову. Фласка? Ты где? Фласка? О! Фласка? Привет. Здорово. Привет. Пока. Да, в смысле? Ладно, 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 иду, все. Иди все, сюда. Не дуйся, все, иду. Капец. Не кричи, не кричи. Я тебя 40 минут ждал. Ты что так долго? Опять красилась или ела? В смысле, вот ты видишь, чтобы я была накрашена? Посмотри на меня, посмотри на меня. Посмотри на мои черные брови. У тебя естественная красота. Я знаю. Правда, страшная? Ну да ладно. А, так вот. Страшная? Ну так значит все. Ну так значит все. Вернись, вернись. Да я пошутил. Страшная красота. То есть настолько красивая, что прям аж страшно становится за тех, кто тебя увидит. Они же ослепнут от красоты твоей. Но то, что ты ела, под тебе видно. Я хочу опять. Что? Кушать. У меня для тебя сейчас есть подарок небольшой. Точнее, не подарок, а сюрпризец. Кстати, ты видишь, это мой дом. Ого, ты купил себе арку? Нет, я живу не здесь. Вот здесь я живу. Ух ты, а чё он красный? Потому что. Ух ты, а это что такое? Это конюшня? Да, это вот смотри. Я так понимаю, ты живешь здесь? Нет, теперь ты здесь живешь. А, ну ладно, раз здесь, тогда здесь. Здорово! Чё, как оно? Вы знаете, что Ну-ка, ну-ка, коней моих не обижай! Как тебя легко заманить теперь, тут живешь ты. Еды-то мне дашь, нет? Пожалуйста, я кушать хочу. Ты кушать хочешь? Да. Пошли, как раз таки сюрприз сейчас будет. Давай, погнали, погнали, погнали. О, надеюсь, там будет гамбургер и картошка. Да, и смотри вообще. Мы сейчас как раз таки с тобой будем проходить, знаешь, мимо чего? Как ты думаешь, что это? Ангар. Нет, это амбар. И смотри, кто там. Там зеркало, ты видишь саму себя. Да, да, конечно. Все, тихо, 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 тихо. Эй, дождик, я тебя зову. Фласка. Флекс Чан. Да, все, я слышу, иду, что такое? Пошли, ты пока, если хочешь, можешь грибы покушать. Вот, держи, пожалуйста. Не, грибы я не люблю, я больше по шампиньончикам. А картошка фрики? Пошли, пошли, у меня там для тебя сюрприз. Так, закрой глаза, закрой глаза. Все, закрыла. Так, иди на мой голос, на мой голос. Иду на твой голос. Ай, это дерево. Это низ. Не, нет, не туда. Не тут. А куда? А где? Вот. А, все, давай, короче, без закрытых глаз. Ладно, ладно. Вот оно что. Как мило. Это пикничок. У нас с тобой есть газировка, колокольчик, яблочки, свечи, пустая тарелка и прекрасный вид. А почему вид. Тут миска? Так она пустая. Это потом как бы яблочко туда положишь и все. А, так а зачем яблочко туда класть? Я сразу съем его. А, бери, бери тогда это. А картошка фри? Какой пикник без картошки фри? Обычный, обычный. А гамбургер? Какой гамбургер? Ну, у меня только газировка, колокольчик и яблоки. Ну, как это так без картошки фри-то? Ну, нет, я так не хочу. Я так не буду. Ну, понимаешь, ты же знаешь, я любитель картошки фри. Ну-ка, ну, яблоки, ну, я, конечно, за ЗОЖ, но не настолько. Спортом заниматься нужно. Так я занимаюсь. Так я тоже занимаюсь, поэтому я как бы такой здоровый, сильный, видишь, как высоко прыгаю. Ты даже месяц не прозанимался, какой-то здоровый. Какой был, такой остался, как будто... Да ты чё? Правда, глаза, что ли, морозит? Да-да? Короче, нет. Извини меня, конечно, это все очень мило и все такое, но я только вот за картошку фри мать родную продам. Вот картошку фри обожаю, понимаешь? Так что, знаешь что? А я обиделась на тебя, понял? В смысле ты обиделась? Вот, а знаешь, я просто девушка, я вот обиделась. Я просто, не смотри на меня. Не, обиделась. В общем, знаешь что? Я дом твой забираю, понял? Что? У тебя такой большой, роскошный, наверняка там картошка фри есть. Все, в смысле давай, ты дом подожди. Забираешь? Давай. Дом забираю, все. Картошка фри. А я где жить буду? Я не знаю, можешь в этом, в хлеву или как там сказал, бараке, я не знаю, пока. Обаме? Можно и там, я в принципе не против. Пока!
Картошка фри, картошка фри. Капец, а чё за фигня сейчас произошла? Она сейчас серьезно мне отказала из-за того, что у меня не было картошки фри, вы понимаете? Что это за бред вообще? Она еще и мой дом сейчас забрала. Я, значит, и сюрприз такой приготовила она. Ладно, надо все собирать и надеюсь то, что она сжалится немного и вернет мне все-таки мой дом. Если она просто так погорячилась. Хотя что-то долго собирается, не буду складывать все это одеяло. Все, я сейчас в плохом настроении, я сейчас приду просто и все и выскажу. Она надоела меня немножечко так игнорить. Она меня не ставит ни в какие счета. Ну, наверное. Она меня вообще не ценит. Их хана, все, все, я зол. Где Фласка? Выходи из моего дома. А, это не мой дом. Вот мой дом. Все, хана тебе. Фласка, ты где? Че, она уснула, что ли, уже? Я ее разбудил? Нет. Стоп, ее здесь нету, она... В доме ее нету. Окей, может она к лошадкам пошла, как всегда, их гладить? А вроде нет. И даже на сеновале не уснула. А где тогда? Может в огороде? Нет, даже не в грязи. Может в шахту она забрела как-то? Да и в шахте ее нету. А где она тогда? Может вот здесь вот в амбаре находится? Так, ее здесь нету, но... Стоп, а здесь разве эта книжка была? От вора. Если ты читаешь это, то это значит, что мы украли твою девку. Чтобы вернуть ее, принеси выкуп на эти координаты в размере 1000 стеков алмазов. Иначе больше никогда ее не увидишь. Стоп, кто-то ее осмелился украсть? Она кому-то позволила себя украсть? Что? Так, ну Фласка, походу, теряет форму. Если бы я так с ней сделал, она бы меня уже давным-давно порвала бы в клочки. Минус 28, 64, 17. Так, это получается минус 28, 64, 17. Это нам куда надо идти? А, нам вон туда, в том направлении. Там вроде как находился дом ведьмы. Но я просто так не пойду туда. У меня же есть алмазный меч. Вроде как здесь. Да. Все, у меня есть алмазный меч и 64 жареные свинины. Это на всякий случай. Я им отомщу за Фласку. Никто не смеет ее похищать, кроме меня. Хотя я ее ни разу еще не похищал, но я похищу. Я обязательно это сделаю. Какие там еще раз координаты получаются? Минус 28, 64, 17. Это дальше надо идти. Я уже совсем близко. И они что, на берегу хотят, чтобы я это все оставил? Ага, вот здесь вот. И где? Ну, корова это вряд ли похититель. А кто тогда? Что-то не могу понять. Надо осмотреться, наверное. На деревьях никого нету. Может, это корова? Хотя, почему я сразу как бы отметаю тот вариант, то, что коровы и есть похитители? А ну-ка, возвращайте Фласку. Нет, это не она. А может, она? Чего? Стоп. Вы видели, там проход есть? Подождите-ка. Ой, ё-моё, здесь реально какой-то проход есть. Там скелет. А ну-ка, уйди отсюда. Нифига себе, он сильный. Пошел вон. И ты пошел вон отсюда. Так, а что они здесь делают? Фласку похитили скелеты, что ли, или что? Так, здесь ящики какие-то. Куда-нибудь можно здесь залезть? Нет, ну здесь есть... Ого, зелье регенерации. А это полезно, Если что, будем их использовать. Давайте вот так тогда все здесь поставлю. Да, вот так вот намного лучше будет. Ну-ка, выпьем сразу. Здесь больше ничего нет. Какие-то странные грибы. Ага, здесь что ли паркур какой-то? Ну да, я его уже провалил. Ладно, давайте тогда аккуратненько надо. Ладно, не получается пока что. Ну давайте здесь тогда осмотримся, может что-нибудь найдем. А, здесь можно было вот так пройти. Лол. Так, здесь еще один. Он уже с щитом. Где Фласка? Говори! Ах да, я его убил. Он не сможет сейчас мне ничего сказать. Так, здесь какие-то руды, наковальни и рычаг. Что-то активировалось, что-то открылось. А, во-во-во, проход открылся. Скелет, пошел вон отсюда. Зачем он похищает вообще Фласку, а? Она вроде ничего плохого не сделала. В принципе, ничего хорошего тоже не сделала. Но это Фласка, что с нее взять? Ладно, надо дальше наверх забраться и посмотреть, что там дальше будет. Получилось. Еще покушаем тогда. Там еще один скелет. Здесь кнопка какая-то. Понятно. Здесь тайминги надо ловить. Я понял. Как там проход вообще есть? Стоп, давайте-ка спустимся. Пошли вон отсюда. Скелеты. Здесь проход есть какой-то. А, здесь еще скелеты. Хорошо. Ну, точнее, один. Так, давайте здесь осмотримся. Может, здесь что-нибудь есть, а? Ну, алмазы есть, но у меня нету кирки сейчас. Ладненько. И что мне тогда делать? Подождите, здесь стрелочка какая-то. Ага, понятненько. Ну-ка, что здесь есть? О, рычаг. Что? А? Тихо, вали их! Да, забили все-таки. Ладно, хорошо, что я здесь хотя бы появился. Надо наверх забираться, и походу здесь надо будет реально тайминги ловить по паркуру. Хорошо, давайте. Такс. Стрела еще! Хитро! Ладно, здесь надо вообще жестко как-то проходить. Такс. И вот так вот. Вот так. Да!
Отлично. И здесь теперь как? Здесь по листве, наверное, да? Ну, вроде как да. Дальше сюда. Потом сюда. А дальше как? А, я понял, я понял. Не знаю, каким-то образом допрыгнуть до лестницы. Фух. Хорошо. И здесь тоже до лестницы. А дальше куда? А зачем я тогда это делал? Не знаю. Неужели мне надо было с этого блока допрыгнуть? Ладно, давайте попробуем. Не уверен, конечно, что у меня получится. Ну ладно. Это... А, почти допрыгнул. Подождите, а вот здесь же можно пропрыгнуть. Ну да, уже нельзя. Ну-ка, пробуем. Так-с, получается. Не получается, здесь блок мешает. А давайте его сломаем, а? Нам же ничего не мешает это сделать. Аккуратненько. И здесь еще мешает блок. А допрыгнем, не допрыгнем? Вряд ли допрыгнем, конечно. Но у меня как раз таки плита здесь есть, так что можно попробовать. Ух. И... А, чуть-чуть не хватило. Аккуратненько. Получилось. Отлично. А здесь какие-то трубы, канализация что ли проходит, а? Так, быстренько спрыгиваем сюда и все, бьем скелета. Он застрял. Отлично. Все, забили. Здесь кто-то еще есть? Так, есть. А ну-ка. Нифига себе, он телепортировался. Откуда он знает навыки телепортации? Как-то страшно. Здесь еще одна стрелочка. Мне здоровья только маловато. Ух, была не была. Ну и вонь, конечно. Воздух, 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 воздух. Мы с вами поднялись наверх. Здесь еще по стрелкам показывают, куда мне походу. Ага, здесь еще один паркур. Дальше никуда сюда нельзя, только здесь, да? Ну да, здесь еще и лестница на всякий случай. Скелеты, вы мне не помеха. Здесь еще сундук. Нет ничего. Подождите, а я рычаг подобрал, а для чего? Подождите, может где-то здесь можно активировать что-то? Здесь еще и лабиринт походу, да? О, скелет, надо с ним справиться, это 100%. А то он мне помешает в дальнейшем. Здесь тупик, здесь тупик, здесь тоже тупик, а куда мне тогда? А, стоп, я понял. Так, опа, да. Там активируется, там что-то открылось. Здесь еще сундук есть, еще один рычаг. Ладно, про запас будет. Откуда он стрелял? А, вот, быстро, ух. Еще, нифига себе, вас трое здесь. Подождите, это что, большая вагонетка? Нехило так, нехило. А, здесь еще водоем какой-то есть, и что там? Там ничего нету. И еще один сундучок. И что здесь? Еще один рычаг. Рычагов много не бывает, как говорится. Но здесь, походу, нам сюда. Опять паркур. Опять паркурить. Вот сюда, походу. И что? О! Вагонетка двигается! Нифига себе. Ага, то есть она здесь все закончила. Ладно, идем дальше. Эй, не заметил! Не заметил! Здесь скелет еще один! Зачем мы похитили вообще фласку мою, а? Фласка, ты меня слышишь? Походу, не слышит. Быстренько прорываемся, прорываемся. Смотрим, что здесь да есть. Быстро. Оп, так, так. Опа, они здесь меня не достанут? Или достанут? Их здесь много! Они еще телепортируются как-то быстро ко мне. Что ж я им сделал-то такого, а? Какой-то сложный паркур. Ладно, надо постараться, и все получится! А, надо было сразу shift прожимать. Аккуратненько. Главное не упасть вниз. Отлично. О, здесь уже с каким-то реально усложнением идет. Дальше типа сюда, да? Здесь ближе вроде как. Хопа. Не получилось. Попробуем. Так-с, отлично. И дальше. Опа. Да, да, можно было сюда. Отлично. О, здесь еще одна стрелка. Подождите. Да, здесь еще один рычаг. Но у меня их два. Зачем мне они? Ладно, что-то активировалось. А, не-не-не. Во-во-во. Да. Правда, выпал рычаг еще раз. И... Фласка! Ее что ли вырубили? И там похититель. Вор, тебе хана, ты это уже понимаешь? Я надеюсь, ты это понимаешь. Если ты это не понимаешь, то как бы, ну ты глупый вообще. Как ты пролез сквозь такое количество скелетов и моих ловушек? Ну ладно, мне-то ты ничего не сделаешь, салага. Я выбью тебе все зубы, потом ты будешь гнить в этой клетке, что висит справа от тебя. Ну давай, давай, попробуй мне что-то сделать, попробуй. Я тебя на фарш пущу. Нифига себе, он какой-то жесткий походу. Даже борзый, я бы сказал. Ну ладно, я и не с такими справлялся. Хана тебе! Мне правда... ХПшек очень мало остается. Вот так вот. И здесь допрыгнуть надо. Хопа! Ну что, бандит, ты готов? Я тебя на клочки порву! Что это за звук сейчас был? Нифига себе, он борзый, конечно, был, а на деле слабак. Ладненько, я, кажется, все смог пройти. Фласка, проснись, Фласка. О, господи, о, где, о, кто, где? О, это я, Акакий, это я. А ты что тут делаешь? Я тут сижу уже, кажется, 10 лет. Акакий, ты пришел меня спасти? Да, 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 я пришел тебя спасти, только есть одно но. Ты здесь находишься минут 20, может 30. А, да? Я думала, уже 10 лет прошло. Ну. А что есть тогда хочу? Ну, ты всегда хочешь есть.
А, ну, по факту. Это так мило! Ты меня спас, я не знаю, как я сюда попала. Они, короче, ворвались, это, и такие, мол, а, долг где? За эту, за хату твою. Ну, типа, в кредит, походу, взял, я не знаю. В смысле в долг? Я хочу жрать. Ты хочешь жрать? У меня для тебя есть еда. Картошка фри. Нет. Ух ты. Вкусняшка, спасибо. А можешь выпустить меня отсюда? Да, 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 сейчас. Погоди, ты куда? Ну. Давай. Ты могла сама выйти, конечно. Ну ладно. Да я могла бы, но там старожила был. А ты его что, уже тютюкнул? Ну да, да, я его уже тютюкнул. Ага, смотри, только когда сломаешь меня, не ударь, а то это надолго. Ну, понимаешь, по новой ее ломать. Слушай, мне кажется, мы ломаем ее дольше, чем я тебя спасаю. Плюсую. Да не, минут 20 я тут сидела, ломаем, наверное, где-то минутку. Ща, я почти все. Ща. Вот только не сбей, а то это... О, балдеж. Ой, Акаки, спасибо, что спас. А где вот эта старожила тут был? А он завизжал, как девчонка, и умер. Я бы ему люлей хотела вставить. Ой, спасибо вам, я, наверное, на колени встану. Спасибо вам большое, что спасли меня. Я сама выбраться не могла. Видали, как долго ломала? Вот прикинь, долго бы ломала. Ну, ты меня спас, это очень мило. Давай, ну, прости, наверное, хату твою вёрла, ну и за картошку фри тоже прости, хотя ты вроде бы как сказал, что там будет картошка фри, так что вроде бы ты виноват. Но, слушай, ну, слушай, я знаю... Я не против яблоки поесть, пойдем? Ладно, и, кстати, насчет картошки фри, я ее приготовил все-таки. А когда ты успел? Ты же меня спасал, нет? А я с фритюрницей ходил. А, все это время? Да. Ради меня картошку... Слушай, я тут немножко упала. Все, погнали, там пикничок нас уже заждался. А, правда, есть одно но, я одеяло наполовину сломал. В смысле сломал, зачем? Ну, я собирать его хотел, типа, принести домой, а оказалось его очень долго собирать. И немножко сломал, да? Ну, не немножко, а множко. Ну-ка, мне даже интересно, насколько это немножко. Это намножко-множко, не немножко-немножко, а множко. Ну, просто в твоем понятии немножко, множко, может быть и множко. А вот мне интересно, в каком понятии для тебя, сколько для тебя впадает, в твоем понятии для тебя... А, так это немножко. Нет, там множко. Да ладно, немножко, смотри, хватит мест, давай. Ой, не так, вот так. Во. Ой, да не, мне понравилось, давай. Слушай, все, я передумала. Вот знаешь, вот я все-таки хотела поесть яблоко, а потом такая, а, ладно, на диету сажусь. Все, без яблок теперь. Все, я пошла домой. Отойди чуть подальше, я тебя не вижу. О. Ну чё, пока? Ну чё, пока? Пока, пока. Как перестанешь дурачиться, тогда пойдем на пикник, и в принципе я не против яблок. Я это решила все-таки на диету сесть и не есть картошку фри. Наконец-то. Давай, спасибо, ты похудеешь! Ага, кто б говорил. Пока. Хотя подождите, мне кажется, она меня опять киданула с пикником. Ну ладно. Ладно, так уж и быть. Я пошутила, я думала, ты меня остановишь. Ну, типа, знаешь, как бывает в этих романтических комедиях. Ага, она такая уходит, и знаешь, потом такая думает: вот дурак, я просто надеялась, что он меня будет останавливать. Я хотел тебя остановить. Ты где? Но потом передумал, да? Нет. Я просто хотел остановить и сказать то, что ты наступила в коровью лепешку. Все, вот я не знаю. Вот я возвращаюсь каждый раз и иду. Все, в этот раз точно. Нет, Фласка! Стой! Вернись! Ладно, я все прощу тебе! Ладно, так уж и быть, я вернусь. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмякайте на колокольчик. И видите вот эту маленькую фласочку, которая сидит у меня на левом плече. Ты обо мне? Да, а тебе. Прожу и потом разговариваю. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну ты школа, нет, но я в одно не и рыло не съем столько, набери, помогай. Ладно. Ну а с вами был Акаки, а также Фласочка. Да-да, всем пока-пока. Мне кажется, она потолстела. Всем пока.